Очередная зима пришла на один день. Как обычно в нашем внутреннем чате, так и не было понятно, ехать нам на работу или не ехать. Все вокруг да около. Полтора года, сколько мы уже раз спросили. Объясните, едем, не едем, скажите нормально. Даже основные менеджеры либо ничего не говорят, либо говорят, вроде посмотрим, возможно. Ну вот в итоге вот я приехал, и судя по тому, что здесь стоит только чья-то одна машина, наверное, надо было не ехать, потому что уже 9:31. Причем я обычно выезжаю в 6:30 утра. Но в 6:30 утра я проснулся, думаю, нет, я буду умышленно спать до тех пор, пока не прояснится, ехать ли мне вообще на работу. Типа поеду к 9, но как-то к 9 не прояснилось ничего. Более того, до 9 вообще особо снега-то и не было. Была какая-то жижа, трейдмарк. Короче, как-то так. Да. Ну, после обеда обещали дождь, поэтому я надеюсь, что посижу. А потом все растает. We'll see. Да. Хреновенько получилось отъездом. Красота. Уже 2 часа дня. В офисе, наверное, я один остался. Потому что у меня, наверное, единственное был обед с собой. Потом, вот, столовая не работает, никого нет. Офис как бы официально не работает. Ну, дело в том, что я после обеда уже тоже официально не работаю. Вон, единственная моя ласточка там стоит. Я как бы рассчитывал, что чуть-чуть спадет этот темп. Ничего военного, ничего сверхъестественного не происходит. Надеюсь, что дороги посыпаны солью, чистятся более-менее. Надеюсь. То есть у меня единственное как бы переживание, то что резина не зимняя, а всесезонка. Вот и все. Вот, сейчас еще посижу полчасика, наверное, позанимаюсь своими делами и поеду аккуратненько.